24 апреля, 17 год, Харьков. Прибило, конечно, снежком. Цветочки, апрельский снегопад. 19 апреля накрыло снегопадом Харьков. Вон еще. Кое-где даже снег остался. Богато живем, ковыры на земле лежат. Ой. Ну, не. Да. Абрикосы пострадали, конечно, наверное, фатально. Мокрый снег навалился на деревья. Достаточно, в общем, видео. При желании можно посмотреть, сколько поломано деревьев. Повалено деревьев, обломано веток. Алло. Хорошо, сейчас иду. И одуванчики.